В Баку почтили память жертв Холокоста. На конференции на тему «Борьба с антисемитизмом, риторика ненависти, ксенофобии и расизма во имя защиты человечества», организованной в связи с Международным днем поминовения жертв Холокоста, говорил, что эта трагедия должна быть изучена более глубоко, а ее жертвы не должны забыться. Потому что забвение трагедии может привести к ее повторению. Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владенко Андреева с сожалением подчеркнула, что сегодня в мире наблюдается рост ксенофобии, антисемитизма и расизма, и нельзя оставаться равнодушным к их проявлениям. Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик сказал, что сегодня не только день поминовения жертв Холокоста, но и всех пострадавших от нацизма, а также 300 тысяч азербайджанцев, погибших в борьбе с фашизмом. Посол выразил благодарность Азербайджану за поддержку принятой ООН на прошлой неделе резолюции, осуждающей и отвергающей отрицание Холокоста. Дипломат добавил, что сегодня Азербайджан – единственная страна в мусульманском мире, в которой проживает многочисленная еврейская община. Мы не должны забывать подобные события. К сожалению, они продолжаются. Постоянно вспоминая, мы можем предотвратить их повторение. Я очень надеюсь, что в будущем мы будем жить в мире, где не происходят такие события. Сегодня мы во всем мире, в том числе в Израиле и Азербайджане, чтим память жертв и всех выступивших против нацизма, а также 300 тысяч азербайджанцев.